Российский дистрибьютор компании Jack Motors, ООО «Jack Автомобиль» и сервис по заказу поездок «Диди» разработали и запустили программу «Диди Автодилер». Благодаря ей водители такси, подключенные к платформе «Диди», получили возможность приобрести автомобили марки «Jack» со скидкой 8% во всех 36 городах России, где работает агрегатор. Начиная с 28 июня водители такси, подключенные к «Диди», могут подать заявку и получить скидку на покупку кроссовера «Jack S3» в комплектациях «Luxury MT» и «Intelligent CVT». Напомним, что компактный кроссовер Jack S3 оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 109 лошадиных сил и передним приводом. Коробки передач, как можно догадаться из названия комплектаций, механическая или вариатор. Как уточняет представительство марки, благодаря приличному запасу пространства для ног задних пассажиров и вместительному багажнику объемом 600 литров, Jack S3 идеально подходит для пассажирских перевозок. Автомобили Jack и, в частности, кроссоверы Jack S3 хорошо зарекомендовали себя в роли автомобиля такси и работе в различных государственных службах у себя на родине и в Казахстане. Мы рады не только предложить качественные автомобили российским водителям, но и выгодные условия покупки. Таким образом, новая программа поддержки партнеров «Диди Автодилер» поможет водителям такси, подключенным к «Диди», сэкономить на приобретении автомобиля и дальше зарабатывать уже на собственном автомобиле, что удобно, комфортно и выгодно. И продолжая тему марки «Jack», сейчас российская гамма этого производителя состоит из 5 моделей, включая стильный лифтбэк J7. По габаритам Jack J7 крупнее Skoda Octavia, хотя скорее на него обратят внимание потенциальные покупатели Rapido. Единственный двигатель – 1,5-литровый турбомотор, с которым могут работать механика или вариатор. Традиционно китайцы делают ставку на богатую комплектацию. В базе заявлены медиасистема, светодиодная оптика, виртуальная приборка и многое другое. Добавим, что Jack J7 рисовал дизайнер Даниэль Галеоне, в свое время сотворивший несколько моделей для марок Alfa Romeo, Lancia и Maserati. Перу этого же мастера принадлежит новый кроссовер Jack X4, который вскоре также предложат россиянам. А еще московский офис госкомпании Anhui Zhenhuai Automobile обещает привезти пикап T8 Pro.